Вот коробочка, вот видишь? Угу. Добавь в коробку и... Я буду коробку поставить на 3 минуты. Надо бумагу не растворить. Не должно. Перемешивать надо или потом? Немножко так подмешаю, я так понимаю, чтобы разогрелось рано, наверное. Так смотри, чтобы оно это, типа, сейчас на бумаге все не осталось. Нет. Тут самое главное закрыть коробочку. Да? Так написано? Да. Угу. Может, еще не посмотрим? Еще не взорвало? Готовится. Ну, готовится. Я потрогаю. Тепло? Может, оно дымит трошки. Проверим, что там приготовят. Нет? Нет. Еще не готово? Может, открыт? Холодно? Да. Ну, так а что? Я открыла. Подожди, это же не конвекция надо. А это... Ну, давай пробуем доготовить открытыми. Типа разными способами. Они их готовили, готовили, они их душили, душили. Короче. Достаем. Пахнет, горяченькая. Так. Что там? Ну, вот такие штучки получились, покажу. Перемешай. Да-да-да, горяченькая. Угу. Ну, то есть просто лапша, да? Ну, лапша там с кусочками чего-то. Угу. Детская неожиданность. Ну да, вот она разогрелась, развернулась. Угу. Ее там грамм 150, наверное. Да, невинно проще. Так, а здесь? Так, а здесь красненький вариант. Угу. Тоже с кусочками там чего-то. Сейчас я покажу. Мы добавим, если что, по вкусу вот таких вот. Ну что, ну, ладно, добавим, ты попробуй, да. Может, это вообще не съедобно. Ну, пробуй. В общем, надеюсь, получилось. Смертельный номер. Ну, да. Оля кушает то, что получилось. Тарелкой бы брала. Сейчас. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Угу. Вкусно или такое? Ну такое, короче. Не, вина вкуснее. Я вкуснее. Если вам не понравился первый вариант с микроволновой печью, все можно приготовить по старинке на сковородочке с добавлением всяких прилог, помидорок и мяска. Так будет гораздо вкуснее. Да, и скушать версию давно все нелюбимую. Все, добрый путь.